Здравствуйте, это канал Максимадзе. И это GTA San Andreas. Прочитал я, короче, что школу вождения нужно пройти для того, чтобы получить 4 дополнительных задания. Эти 4 дополнительных задания, почему они дополнительные? Потому что они не обязательны. Их проходить не обязательно для того, чтобы завершить сюжет. Но все же эти задания являются сюжетными, и я хочу их пройти. Поэтому мы сегодня пройдем школу вождения. Да, это, конечно, тот еще геморрой, но все же, я думаю, надо его пройти. Блин, этот лимузин называется Стретч. В GTA 5 есть такой персонаж по имени Стретч. Ну, по кликухе, точнее. Ладно, зайдем в автошколу. И попробуем ее пройти. Она не такая сложная, на самом деле. Добро пожаловать в школу продвинутого вождения. Чтобы сдать экзамен, нужно во всех 12 испытаниях хотя бы бронзу. Чтобы посмотреть, как проходит каждое испытание, воспользуйтесь телевизором. Прохождение этого испытания позволит вам пройти к следующему испытанию из программы обучения. Можно в любое время вернуться и посмотреть набранные очки или попробовать пройти новое испытание. Да, короче говоря, у нас курсы вождения. Погоди. Выйти. Я хочу на карту тут посмотреть. Это, видимо, карта города Сан-Фьера. Так, посмотрим, что нужно здесь сделать. Нужно набрать минимум 70%. Ну ладно, давайте попробуем. Держите V и S. А, и что делать? О, получилось. У меня управление неправильно было настроено. Короче говоря, когда устанавливаешь игру, управление не очень оптимально настроено. Маппинг кнопок неправильный, нужно его проводить вручную. Это вообще плохо, как по мне. У меня неправильно было настроено управление, и надо было настроить управление, чтобы получилось нарисовать бублику. Да ну чё, блин. Так. Ну, нормально. На серебро это нормально. Поворот и остановка. Давайте по часовой стрелке. Нормально. На золото. Езда с пробитым колесом. А, зашибись. Неудачно. Нельзя врезаться в конусы. Дальше у нас что? Наматывание кругов. Нужно набрать минимум 70%. Давайте также по часовой стрелке. И... Раз. Два. Три. Вау. Четыре. Блин. Пять. Давай, у нас 40 секунд ровно остается. Эх, не удалось. Еще и конусов много задел сильно. Не больше 40 секунд надо на это израсходовать. Если потрачу больше, это хана придет. Мы не пройдем это задание. Испытание. Опять я конус задел.
Ладно, за один конус, может быть, ничего не сделают. Эх, не успею, не успею. Надо очень быстро, это кошмар. Ненавижу школу вообще, никакую в GTA San Andreas ненавижу. Особенно школу полетов. Самое сложное в школе полетов — это уничтожение целей, уничтожение грузовиков. Там целую кучу клавиш надо использовать. Эх, не успею, не успею, а может успею. Надо попытаться. Да, я задел много конусов сильно. Нельзя задевать конусы. Ну, блин. Так долго очень. Задел конус, сразу все. Нельзя вообще конусы задевать. Вот зачем учат нас вот такому вождению? Это же не пригодится в жизни абсолютно. Вот это вот, зачем нам вот это в игре? Вот это же нам тоже не пригодится в сюжете, вот абсолютно. Вообще, я считаю, что много школьных предметов в жизни не пригодятся. Например, вот химию я просто терпеть не могу. Опять не успел. Запомните, как щелочь сочетается с кислотой. Нахрена это знать? Вообще это выговорить невозможно. Да, заговорился вообще. Поехал не туда, куда нужно. Гончарное дело, каллиграфия, керамика. Вот зачем вот этому-то учить? Это вряд ли это пригодится в жизни. Давайте с вами поговорим про школу. Вот мы же сейчас идем на курс. Вот мы же сейчас проходим с вами курсы вождения в игре. Вот я недавно вот забил в интернете список принадлежностей, которые надо купить первокласснику. Опять не успел. И там, короче, столько вылетело всего. Я даже, наверное, что-то забуду перечислить. Там столько всего надо. Вот. Надеюсь, ничего не забуду, но попробую. Ранец, школьная форма, сменная обувь со светлой подошвой, специальный дневник для первоклассника, папка для тетради, тетради в клетку, тетради в косую линию, сумка для смены обуви. Обложки для тетради, обложки для книг первого класса, подставки для книг, закладки для книг. Пенал, ручки синей пастой, простые карандаши, цветные карандаши, точилки, ластик, линейка. Альбом с плотными страницами для рисования. Акварельные краски, палитра, баночка, не проливайка под воду. Наборы стиля рисования. Кистей. Клей-карандаш. Кисть для клея. Пластилин. Клей ПВА. Фартук, защитные нарукавники. Белая футболка для рисунка. Спортивные штаны, шорты, кеды или кроссовки. Шапочка для плавания, купальный костюм. Опять не успел. Лыжи и лыжные палки. Я, наверное, что-то забыл. Столько всего, блин, надо. Это же... Вообще, рюкзак такого размера должен быть, чтобы это все поместилось. Я даже вам представить не могу. Хорошо, хоть это не каждый день все надо с собой носить. Но все же. Даже для ежедневного... Хождение в школу, надо столько всяких предметов брать. Это просто кошмар какой-то. Это очень сложно, блин.
бесячее просто задание. Конус задел опять. Это, конечно, Павел Воля все рассказывал. Я абсолютно согласен с тем, что он там говорил про элитные школы. О, ну хотя бы так. Погнали дальше. Лавирование, лавирование, лавирование. Корабли лавировали, лавировали... Ой, в этом пах! Корабли лавировали, 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 да не вылавировали. В часовой стрелке. А все потому... Почему? Потому что лавировали не в ту сторону. Опять конус задел, ну блин. Нельзя вообще конусы задевать. Ну, бронза нормально. Так, вот это задание тоже, конечно, бесит. Куча бесячих заданий, знаете ли, здесь. Так, это не считается, потому что надо было одним маневром туда встать. Так, слишком рано. И, ю, блин, я врезался вообще. Не в ту сторону вообще встал. Да, тут следы от вождения даже на дороге остаются. С предыдущих испытаний, бля. О, ну более-менее. Еще сейчас подойдите. Так, я сейчас занят. Продолжаем. Что у нас дальше? Езда на двух колесах. О, зашибись, просто не встать. Эх, чуть-чуть не доехали. Да. Сложно, 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 сложно. Ну-ка, может, другую кнопку нажать? Да ё-моё, не получается. Дальше, 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 давай, давай, давай. Да, по-моему, мы не на двух колесах едем, а боком просто, даже не на колесах. Давай, 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 ну ё-моё. Ненавижу ни автошколу, ни летную школу. Ненавижу. Но их лучше обе пройти. Есть еще две школы. Мотошкола и лодочная школа. Их проходить вообще не обязательно для сюжета. Их вам, их никто не заставляет проходить. Ну блин, я проехал на двух колесах даже больше, чем надо. Ай, блин. Ай, я вообще перевернулся, по-моему. Чё попало, получается, у нас, если честно. Вообще, о чём еще можно поговорить? О музыке, наверное. Да ё-моё. Вот моя любимая группа это AC/DC. Знаете ли вы такую группу? Давай, остановись. Во, более-менее нормально. Она скоро...
она выпускает новый альбом. Может быть, на следующей неделе или на этой даже, не знаю. Я очень жду этот альбом. С нетерпением буквально. О, блин, так он конус задел же. А нам, ему, значит, можно задевать конусы, а нам нельзя, да? Да, наверное, много задел конусов. Больше 50% задел я. В смысле? Так он тоже один конус задел. А мне, значит, нельзя, да? Вам можно. А мне что, нельзя, да? Серебро, нормально. Перехват автомобиля. Зашибись. Перехват автомобиля, это вроде бы вот так. Нет, не очень получилось. Развернуть автомобиль надо так, чтобы я... Хе, почему не получилось-то? О, нормально. Вот так надо делать. Ну, дальше что? Понятно. Бочка. Как там было написано? Алле! Оп! Не получилось ничего вообще. Так, ну-ка надо... Алле! Да, не получается. Это что за бочка вообще, блин? Получилось у нас... О, нормас. Езда по городу. Все, последнее испытание. Доберись до, на машине. Я помню. Помню это задание. Надо ехать. Надо за 2 минуты съездить до пирса 69 и обратно. Нет, не до пирса 69, а до краешка города. Ну, вот там пирс 69 рядом находится. Так, надо сюда повернуть. И постараться при этом еще ничего не задеть. Повредить. Чем больше повреждений, тем меньше процентов нам дадут. А процентов надо 70 как минимум. Но спешить все-таки надо, потому что надо за 2 минуты. Туда и обратно. Одна минута туда, вторая минута обратно. Еще причем, если мы остановимся... А, да, до пирса 69 мы доехали. До пирса 69. Ну, я просто не совсем помнил. Так, и теперь у нас столько же времени, минута, для того, чтобы съездить обратно. У нас время есть. Может быть, мы даже с первого раза это пройдем. Блин, я не в ту сторону поехал вообще. Ладно, еще раз попробуем. Я не вообще поехал не туда, не в ту сторону. Я забыл маршрут. Заговорился и забыл маршрут. Я так надеялся, что с первого раза сейчас пройду это. Ха, аюшки, бля. Нифига, с первого раза не пройдешь. Закончим школу и пройдем одно задание от Вузиму, наверное. У Вузиму целых 5 заданий. Для одного из них нам нужно будет это самое. Нужно будет объем легких увеличить на 30% как минимум. Для этого нужно найти какое-нибудь укромное местечко и оттуда нырять и выныривать. Плавать там, пока не увеличится объем легких до 30%. Я этого еще не сделал, я сделаю это за кадром. Вас томить я вот такими вещами томить я вас, конечно, не буду. Так, у нас есть еще 50 секунд.
Так, и едем обратно. Надеюсь, мы на этот раз мы не заблудимся. Успеем. Мы успеем доехать. Надеюсь, что мы выиграем. Блин. Надеюсь, не будет сильно много повреждений, мы выиграем. Есть. Есть. Прошли. Школа вождения пройдена. Так, нет, нам надо не в ту сторону идти. Давайте выполним одно задание в Узиму. А может и парочку. Не, я думаю одно. И так мы до хрена времени потратили на школу на эту. Блин, полицейские, они сейчас заметят все. Ладно, нам надо уехать от них быстрее. Вузиму, это наш китаец. Да какого хрена? Это что было сейчас вообще? Дымится у нас тачка уже потихоньку. Да ёб... Дебил, бля. Дебил нафиг. Как так... Зачем так врезаться в меня резко-то? Сам себя погубишь и меня. Короче. Еще надо проверить, много ли у нас оружия. Оружия у нас совсем мало. Надо ехать за оружием. А, я метку как раз таки поставил специально, чтобы за кадром купить оружие, и забыл это сделать. Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, DJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Так, в общем, я купил оружие. Сейчас мы выполним это задание. Узи нас приглашал, мы зайдем. Мы закрыты. Спокойно, мне назначена встреча с Узи. А, Узи, он наверху. Козлы, блин. Я Джонсон, прибыл сюда, чтобы повидаться с Узи. Я с ним работаю. А, да, конечно, проходите. Знаете ли вы о проклятии нашего босса? Проклятие? Нет. Он слепой.
О, слепой? Мы с ним на прошлой неделе гонялись. Да, он невероятно удачлив. И триады готовы сделать для него все, что угодно. Мы называем его нашим красавцем. Ладно, понял, я это учту. Окей. Вузи. О, привет, Карл. Как же туха, Вузи, и так далее. Да прямо к делу. Короче, твоя помощь будет бесполезна в том, кто я такой, чем я сейчас занимаюсь. Позвольте мне еще раз представиться. Я возглавляю братву Облачной горы. Ну, приятно познакомиться, че? Аналогично, присаживайся. Поскольку я являюсь Дайдай Лоу Триады, то отвечаю за, чтобы споры решались без причинения ущерба важным делам. А я при чем здесь? Поживем, увидим. Я собираюсь нанести визит одной местной триаде, по которой почему-то не присутствовала на последнем собрании. Пойдем со мной, я покажу тебе, как триады улаживают проблем без применения ненужного насилия. Окей, я с тобой. Нам нужна машина, моя в ремонте сейчас. Давай возьмем ту, потому что та машина уже дымит вся. Блин, дебилы сбивают пешехода на дороге. Что за чуваки с пистолетом? Садись, давай. Триады, кровавое перо склад по ту сторону квартала. Посмотрим, что они смогут сказать в свое оправдание. Да уж, посмотрим. К чему весь этот разговор о делах? В последнее время у нас были проблемы с кое-какими мелкими вьетнамскими бандами. Мы не знаем, почему они начали наглеть, но такое положение меня очень тревожит. Вот оно. Погнали, нам сюда. А, ты не видишь ничего. На ощупь, что ли? Где же тут булыжник этот? Ты что делаешь-то? Просто тут был этот склад. Да заткнись, Карл, давай сюда. Что за фигня с этими людьми? Куда они направляются? Здесь что-то не так, нам надо быть настороже. За мной? Тихо, тихо, ты не в ту сторону идешь. Что-то не так, ты что, заблудился, что ли? Не, я знакомился получше с этим местом. Держись рядом. А, мы на месте, вот здесь. Странно, эти ворота обычно закрыты. Держись рядом. О, Вузи. Что за беда тут приключилась? Ой, извини, я не заметил, что тут лежишь. Он убит. Да тут все убиты. Кровавое перо уничтожено? Плыло. Прости меня, я тут напуган, чтобы сражаться. Хватит, что тут произошло? Вьетнамцы внезапно напали на нас и перебили всех. Ой, они опять здесь. Вьетнамцы? Триады должны отомстить им за это. Надо просто выстрелить в бензобак. Ой-ой-ой, еще гады. Осторожно, не попадайся под мой прицел, Вузи. А то могу тебя застрелить. В GTA 5 только сделали так, чтобы своего нельзя было убить случайно. С помощью огнестрельного оружия. Да здесь, к сожалению, можно. Снайпер? Окей.
А, вот еще один. Быстро, в тачку, в тачку, в тачку. У нас еще гости будут сейчас. Ты садись за руль, а я попробую их обратно в канализацию сдвинуть. Эх, ладно, у меня пистолета мало совсем, давай. Ты... Ого! Так, бежим от них, чтобы мы тоже не взорвались. Не останавливай машину, а я разберусь с этими грязными гадами. Давай, стреляй в них. О, все, они загорелись. Похоже, это последнее. Спасибо, Карл. Я бы сам бы не справился. Давай вернемся ко мне. Вот, прими. Это как символ благодарности, Тонга, за то, что ты сделал. 5000 он нам заплатил. Ну что ж. Если будет... Хорошая зарплата ей. Люблю, когда платят столько. Ладно, в общем, на этом мы, пожалуй, закончим. Школа, конечно, бесячая была. В следующей серии мы выполним еще 4 задания от Фузиму. Ну а пока что с вас лайкос подписывайтесь, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.